Дайте денег. Типа, ну, короче, пацаны, расклад такой. Подкаст становится серьезной частью жизни. Нужно бабло, потому что само себя оно не заработает. Бабло! Да, блядь! Братаны! Если бы можно было включить донаты и не записывать никакое видео, мы бы так и сделали. Абсолютно. Ну, YouTube заставил нас записать видео. YouTube сказал, типа, объясните своим подписчикам, что вы им дадите, если они вам задонатят. Мы добавимся в соцсетях. Мы добавим в секретный закрытый чат, где будем придумывать мысленные эксперименты для гостей. Мы расскажем про вас в подкасте, что вы ищете работу. Мы поможем сделать тестовое задание. Поможем писать топовую статью на Хабр. Братаны, нам нужно бабло. Мы снимаем эти сраные выпуски постоянно. Тратим на это кучу времени и сил. И хотим, чтобы это отбивалось. Мы разослали всем предложение о рекламе. Они сказали, вы что, охуели столько денег просить? И, в общем-то, все просто. YouTube включил нам донаты. Мы придумали кучу всякой херни, которую можем для кого-то сделать. Короче, расклад такой. YouTube запилил нам кнопку. Задонатить. Какой идиот вообще нам платит деньги хоть за что-то? Посмотри на нас.